Возвращаясь к сумме, которую платит Челси за Мудрика, это, если верить тому же Сергею Палкину или инсайдерам, которые в целом они те же цифры называют, это 70 плюс 30. Там Сергей Палкин, как раз-таки директор «Шахтера», говорил о том, что ключевая разница была в бонусе и в структуре этих бонусов, ключевая разница между Челси и Арсенал. Но возвращаясь к этой сумме, просто на примере Челси, мне кажется, очень ярко и на примере этого трансфера показывает, как формируется вообще сумма на трансферном рынке сегодня. Потому что ощущение, что перспектива ценится выше, чем текущие навыки, или талант ценится выше, чем текущий уровень, и доступность ценится выше, чем необходимость. И вот все эти вот три тезиса, они прям четко попадают в этот трансфер. Согласен с этим? Согласен. Ну, поэтому такая большая сумма. Наверное, уже постепенно научились клубы больше оглядываться на зарплату. Вернее, не то, что научились, а вынуждены оглядываться на зарплату, потому что если мы возьмем долгосрочные тенденции, тенденции, которые касаются, там, допустим, 30-леток, то да, трансферные суммы растут, но на самом деле зарплаты растут почти в два раза быстрее. И это интересная деталь. То есть если раньше мы не сильно ошибались, смотря в первую очередь на трансферную сумму и делая ее ключевой деталью сделки, то сейчас эти пропорции, они очень сильно изменились. На самом деле, наверное, уже лет 10 так изменились. И смотреть на зарплату и в целом, во сколько этот игрок обходится клубу, допустим, в год, а не просто обходится вот в моменте, стало все более и более уместным. Там и финансовый фэрплей с амортизацией к этому подталкивает, и зарплата, которая тоже выплачивается ежегодно. Но и в этом контексте, с одной стороны, все равно мне тоже кажется, что скорее за Мудрика переплатили, но в этом контексте и в контексте политики Челси, мы уже вспоминали некоторые примеры, этот трансфер не выглядит таким диким, потому что вот очень здорово Киран О'Коннор, известный как Swiss Rumble, посчитал у себя, что если вот по такому принципу посчитать, сколько зарплаты обходится этот трансфер, тот или иной трансфер, то Кукурелли оказывается за счет своей зарплаты более дорогим, чем Мудрик. И по ежегодной амортизации, и по общей сумме затрат, которая с учетом длительности контракта будет на этого игрока потрачена, если он до конца его отработает. То есть да, тут все мелочи просчитать трудно, но я думаю, что они учитываются в том числе. И вот если что-то вот резюмировать, хотя ты просил меня не толкать людей в какую-то сторону, но тут, в принципе, ты уже это сделал. Да, тут, в принципе, уже понятная картина, я особо даже захочу, не смогу толкнуть. На мой взгляд, если смотреть со стороны, с какой-то идеальной рыночной позиции, которой не существует, то, конечно, трансфер выглядит переплатой. Но если смотреть с точки зрения поведения Челси и сопоставления этого трансфера Челси с другими трансферами Челси при Боули, этот трансфер не выглядит чем-то умопомрачительным. И именно вот самый главный аспект, который меня смущает, это количество охов и ахов. Как так? Это же было так неожиданно. Эффективный менеджер Тодд Боули себе такое позволил. Ну, про Боули не писали, но могли бы про это тоже подумать, как он себя вел раньше и как это вписывается, как текущее поведение вписывается в его линию общую. Ты когда упоминал Сергея Палкина и говорил про его реплику об этичности, тебе вообще интересно рассуждать на эту тему, потому что директор «Шахтера» сказал, что Арсенал сначала договаривался с клубом и давил через клуб на нас, а потом уже, когда договорился с игроком, начал договариваться с клубом. Челси же поступил иначе. Он договорился сначала с нами, а потом уже мы дали ему право общаться с игроком. Насколько вообще это этично или неэтично так вести себя на трансферном рынке? Потому что тот же Челси по ходу этого трансферного окна обращался сначала к Энцо Фернандесу, сначала с ним договорился, а потом уже, обещав Бенфике, то, что он выплатит неустойку, которая там требуется, а потом начал торговаться. Даже Рогеру Шмидту, тренеру Бенфики, пришлось публично говорить о том, что публично, по сути, критиковать Челси, хотя он не называл там клуб, но все понимали, о ком идет речь. О том, что сначала нужно с клубом договориться, а потом уже с игроком. И все так себя ведут на этом трансфере, на рынке. Да, ты отлично обрисовал, что действительно
все так себя ведут, потому что вот если оглядываться только на слова Палкина и на то, как Арсенал начался вести себя в этой истории, действительно может показаться какой-то контраст, который, возможно, в конкретном случае и решил все в пользу Челси, хотя я по-прежнему все-таки думаю, что в структуре сделки и в сумме сделки разница между клубами в предложениях была. Ну ладно, не в этом суть. Ты вспомнил Энцо Фернандеса, даже пример вот буквально с этого трансферного окна. Мне кажется, разница тут была буквально в том, что у Арсенала есть Зинченко, у которого есть номер Мудрика, а у Челси такого игрока не оказалось. Ну, там номер-то, понятное дело, можно было узнать, но вот такого агента, мне кажется, так уже болельщики называют некоторых своих игроков, там Вёрджил ван Дейк был агентом, ну, вот таким агентом от клуба в сделке по Гакпо, например. Ну, то есть агент как засланный кто-то, кто говорит со своим партнером по сборной, либо со своим старым знакомым. Ну, вот мне кажется, Зинченко тут такую роль играл, и в этом была переменная. А так, если есть возможность таким образом пробивать, мне кажется, все клубы так или иначе это делают. Насколько это правильно, неправильно? Наверное, если это все делают, и если... Если игроки идут, если за это, с этим активно не борются, то есть не применяют реальных санкций за эти нарушения. То есть не подают в суд клубы, которым принадлежат игроки в данный момент? Ну, это не обязательно могло быть через клубы, это могло быть просто через FIFA. Не обязательно через суд, могло быть через жалобы FIFA. Мне кажется, все эти правила игры приняли, и поэтому, когда ты по этим правилам игры играешь, пускай они неформальные, не совсем, мне кажется, круто потом кого-то вот за это прикладывать, что кто-то в конкретном случае себя повел неэтично, когда это неэтичное поведение, оно касается буквально каждого участника на рынке. И я, с одной стороны, не хочу ничего плохого шатера вспоминать, но можно вспомнить, например, каким образом и через какой пункт FIFA они приглашали своего нынешнего тренера. Из, и по какому пункту он с Днепром расторг свой контракт. FIFA дал эту возможность из начала вторжения. И он вроде как переходит из одного украинского клуба в другой, в этом плане ничего не меняется, но он использовал этот пункт. И это было этично или неэтично? Ну, то есть я, наоборот, за то, чтобы... За то, чтобы вот за оперирование в таких серых зонах, пока с этим не хочет бороться сама FIFA, а если она начнет с этим бороться, то надо бороться с этим последовательно, пока с этим не борется сама FIFA, как мне кажется, как минимум предъявлять кому-то вот претензии такие немножко даже высокомерные, мне кажется, не совсем правильно. Надеюсь, никого не обидел. Личностную сторону хотел тоже раскрыть, попробовать со стороны самого Мудрика, который последние полтора, наверное, месяца, может быть, месяц подавал себя в медиа как, по сути, болельщик Арсенала через лайки, через посты и через то давление, которое он оказывал на клуб, если верить, опять же, там Фабрицио Романо и прочим инсайдерам. Насколько вот этот перехват игрока другим клубом может на него повлиять? И, может быть, это такая сумма может на него повлиять в плане его адаптации в Челси? Потому что я вспоминал какие-то похожие случаи из недавних, когда игрока в последний момент перехватывал другой клуб. Это история с Вернером, который вроде бы должен был оказаться в Ливерпуле, но в итоге оказался в Челси. Это история с Алексисом Санчесом, которого Пеп Гвардиола даже на пресс-конференции уже вроде как чуть ли не представлял. Потом выяснилось, что он в Юнайтед переходит из Арсенала. И еще я вспомнил историю Малкома, который уже просто был в аэропорту, когда он переходил из Бордо в Рому. Он летел в Рим, но потом полетел в Барселону и оказался в Барселоне. И, ну вот, я понимаю, что это очень ограниченная выборка, просто мне не вспоминалось позитивных примеров, когда вот в последний момент игрока перехватывали, и он сразу же и круто заигрывал в новом клубе. Ну как не вспоминается? Ты что, не помнишь? Криштиану Роналду. Фергюсон ему позвонил, он приезжает в Манчестер Юнайтед. Они в Сити? Они в Сити. И вытаскивает Манчестер Юнайтед со второго места на шестое. Ну как, чем тебе не позитивный пример? По-моему, очень даже позитивный пример. Хорошо, даже если отбросить это направление в целом с точки зрения Мудрика рассмотреть. Подожди, давай вот, поскольку выборка маленькая, давай попытаемся углубиться в детали и понять логику. Почему эти трансферы, которые, на твой взгляд, не сработали? Я предложу две гипотезы. Первая гипотеза, потому что клубы, которые вот забирали этого игрока, ну, делали что-то вроде панического действия и в последний момент
ну, без большой уверенности и без там, то, долгого наблюдения, да, без большой уверенности, что он им нужен, в последний момент делали вот это вот действие решительное и перебивали предложение. Либо это вот то, что то, как мне показалось, на что-то намекает, что вот игрок уже видел себя в футболке одного клуба, а потом психологически ломается, потому что оказывается в другой среде, и действительно там, может быть, он хотел, некоторые из этих игроков, может быть, действительно хотели перейти вот в клуб, который изначально фигурировал в разговорах. Какое из объяснений тебе ближе? Ну, честно говоря, ты, наверное, правильно уловил, потому что я изначально задал этот тезис, что с точки зрения Мудрика рассмотреть этот вопрос, но когда ты предложил первую гипотезу, то она кажется гораздо более рабочей, потому что вот вспоминая те примеры, которые я приводил, там Алексис переходил в Юнайтед к Мауринью, Вернер приходил в Челси, где уже было много игроков на эту позицию и так далее, то действительно они, наверное, были не столь необходимы, просто появилась такая возможность, и этих игроков перехватили. Наверное, да, наверное, первая более состоятельная. Но, и хорошо, я предлагаю отбросить вообще эту сторону тогда. Если мы тебе тоже, видимо, первая сторона, первая гипотеза, которую ты выдвинул, она ближе. Да, она мне ближе, но просто вот если искать что-то вот общее в этих сделках, то они могут проваливаться по этой причине. Ну, просто я не представляю, что игрок будет там полгода унывать по поводу того, что «Ой, я же хотел там в Ливерпуль, ой, я хотел в Арсенал, или я хотел в Манчестер Сити». Хотя это вообще смешно, я хотел в Манчестер Сити. Ладно, сформулируем так, я хотел Гвардиоли, вот так вот будет не смешно. В общем, мне кажется, что психологически, я просто, опять же, это требует усилий, чтобы залезть в чужую голову, но я не представляю, как из-за такого можно попасть в какую-то долгосрочную психологическую яму. Uh-huh. Хотя понятное дело, что иногда тут все очень неконтролируемо и необъяснимо происходит там, с психологией вообще человеческой, а не просто игроков. Но я не думаю, что это может быть причиной целой тенденции. Если мы ищем причину тенденции, то скорее нужно говорить о некоторой необдуманности, о том, что, может быть, на первом плане были не нужды команды, а необходимость не дать конкуренции взять этого игрока. Может быть, вот то, что команды втягивались вот в такие перестрелки, в итоге приводило к тому, что это неудача. Но, следовательно, в Челси, если мы смотрим случай Мудрика, нужно отвечать на вопрос, насколько он нужен и насколько Челси оказался вот втянут в эту сагу таким образом.